Вот вызвали боковой проход. Вызвали боковой проход. Вот мы заходим сюда. И он ту ногу выставил, допустим, в упоре, да? Вот он выставил, да? Здесь, да. Мы вот эту ногу цепляем. И цепляем за ногу. Цепляем. Если он не падает. Это один из вариантов. Конечно, большинство вариантов вот. Мы убиваемся сюда. И мы ногу вытягиваем сюда на лавочку. И здесь дальше работаем. Здесь мы можем и здесь взять его. Вот. Вывернуть к себе. Здесь взять. И можем. То есть вариантов здесь тоже несколько. Но один из вариантов на боковом. Когда он ногу ту выставит. И ногу выставит. Я просто беру балчик. Разберись на мягче. Вот так. Вот. Здесь. На самом деле сейчас тоже можно просто руку выделить, да? Но если такая ситуация жесткая, у нас. Вот. Здесь. Ну, здесь тоже я просто вышел здесь. Хотя, не просто так. Если эта рука у нас здесь есть, и эту ногу мы зацепили, мы и здесь можем перевернуть. И здесь можем его перевернуть. На самом деле, вот. Допустим, парты, мы показали обманное движение. И он ногу также выставил. Вот мы показали обманное движение. Вот он ногу также выставил. Раз отсюда заправили. Перекинули вес тела сюда, руку забрали и вот сюда. Сюда и его тоже переворачивали. Похвалилось. Все, включай.